Славянске восстановят два троллейбусных маршрута, закончат все работы в местном управлении электротранспорта обещают до конца этого года. Уже подыскивают организацию, которая подготовит документы, необходимые для ремонта контактной сети. Сразу обновят пятый маршрут, который соединяет район керамического комбината и Восточный. После того, как будут найдены средства, будет искаться подрядчик для выполнения этих работ. Сначала мы пятый маршрут запустим, а потом будем подбираться и к четвертому маршруту.